Реконструкция велосипеда Айс на 24-х колесах. Велосипед сделан у нас в Белоруссии. Минск Мотовело. Велосипед годов 90-х примерно. Значит, что тут у нас? Смотрите, какие грипсы. Обмотанный изолентный модный звоночек. Не работает. Перебрали каретку, поменяли на новую. Потому что старая была каретки хана. Заднее колесо на червячной втулке восстановить не удалось. Поставили новое китайское колесо. Резина вся сопрела, поставили современную резину. Современная резина достаточно объемная. И из-за этого очень маленькие зазоры получаются по крыльям. И видите, начинает кое-где у нас цеплять. Потому что крылья, к сожалению, железные. И они немножечко у нас съезжают. Сейчас мы еще это все подровняем. Вот. Чтобы лучше было. А так все, велосипед нормальный. Все едет. Педальки поставили современные китайские. Вот советскую резьбу М14. Современные китайские педальки. Все работает. Ну тут, считайте, половина запчастей уже новых по факту. Рулевую перебрали еще дополнительно. То есть, как бы, запчастей тут очень много и все современные. Велосипед прикольный, едет. Как бы будет радовать своего клиента.